Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Не мог пройти мимо. Ваше внимание, небольшой пример мини-птицефермы на одном из дачных, я подчеркиваю, участков Александровского района. Вот хозяин всего мероприятия, так сказать, разводит гусей, тут уточек. Очень интересно, красиво и приятно на все это дело лицезреть. Они сейчас отдыхают в силу того, что нагулялись уже, наплавались. У нас тут недалеко водоем, пруды и озеро. То есть, в общем-то, он их даже пасет, извиняюсь за выражение. Ну, по-другому не скажешь. То есть, они нагулялись, наплавались и сейчас отдыхают. Вот, ваше внимание. Здесь вот у нас белые уточки. А вот там уже возмущение, так сказать, проявляют моим появлением. Я так подозреваю, что это гуси. Да, вот выходят они, хотят, так сказать, показать, кто здесь хозяин. Ваше внимание. Небольшой видеопример мини-птицефермы на дачном, я подчеркиваю, участке. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Приятно, красиво, достойно.